солнышко сегодня светит. Всем привет, ребят. Потихонечку к вам возвращаемся. Мне уже стало лучше. Набрала сил, отдохнула, пошла на поправку, немного еще побаливает горло. В общем, мы опять простыли, приболели. Видимо, Макс принес вирус с детского садика, там кто-то заболел, потом он подцепил. Потом заболел папа наш, ну и я следом. Горло беспокоило, кашель. Было очень больно разговаривать, поэтому ничего не снимала. Вот, сейчас уже полегче, немножко кашель остался. Вчера у Ксюши начало болеть горло. Скорее всего, она заразилась от нас. Это так... В принципе, так все нормально. Начну я с не очень хороших новостей. Ну, многие уже, скорее всего, знают. У нас заблокировал Инстаграм 3 странички. Это моя страница, Каролины и сестрички Лайф. Отправили мой аккаунт сначала на проверку. Не знаю, по какой причине, что такое случилось. Мой аккаунт заблокировали в итоге. Сначала его отправили на проверку, потом через 24 часа мне пришло оповещение, что... Мне его заблокировали за нарушение прав сообщества. Какие нарушения, что случилось? Никогда ничего не нарушала. Видимо, по ошибке, не знаю, как-то задели мою страницу. Сейчас на проверке страничка Каролины, страничка сестрички Ла. Также 24 часа она будет проверяться. Скорее всего, где-то сегодня к обеду нужно будет проверить, там, откроется она или нет. Или тоже напишет, что какие-то нарушения там. Какие могут быть нарушения, если я практически туда даже не заходила? На всех страничках было написано, что ведется эта страница ведется родителями. Не знаю, столько лет прошло, нас никогда никто не блокировал. И тут на тебе, непонятно, в честь чего вот это вот. Мне, конечно, очень обидно именно за фотографии, которые там были. И за истории, которые я снимала. У меня этих историй нигде нет больше, этих видео, так как я снимала напрямую в Инстаграм, и они у меня там сохранялись. В телефоне у меня их нет. Именно те видео, когда мы были в Испании, куда-то ездили, отдыхали, вот этого у меня в телефоне нет. И фотографии там тоже были из другого моего телефона, который я утопила в Испании, который я не смогла никак отремонтировать. И этих фотографий у меня нет. Они у меня были только в Инстаграм. Еще одна новость, о которой вы, скорее всего, тоже уже знаете. Российским ютуберам отключили монетизацию. То есть только Россия. Россия смотрит YouTube без рекламы. Остальные страны, как бы, как обычно, а в России рекламу больше не показывают. У многих, конечно, сейчас кризис, потому что русские ютуберы, у них большинство просмотров от России идут. Сразу я хочу сказать, что мы не перестанем снимать. Мы точно так же будем продолжать снимать наши влоги. Хотя нас тоже это касается. Чуть больше половины нас смотрят из России. Вот. Потом идет Украина, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан. Ну и, в общем, там дальше. Будем надеяться, что все наладится. Так что вот такие дела, ребят. Потихонечку к вам будем возвращаться. Видите, у меня как лицо высыпает. Это я когда начинаю нервничать, когда у меня стресс. У меня сразу такая реакция на лице. Начинает высыпать. Все детки в школе. Буду заниматься своими делами. Немножко нужно прибраться. Приготовить, как всегда, обед. Потому что время уже 9 часов. Время летит быстро. Кстати, это видео выйдет 8 марта. И я хочу поздравить всех женщин, всех девочек, бабушек, мам с этим весенним праздником. К сожалению, сейчас такие события происходят в мире. Наверное, хочу пожелать мира, добра. Счастья. Всех поздравляю с праздником. Кто-то там пришел. Здрасте. Пока. Филюшечка, ты тоже поздоровайся. Филюшечка. Вот такой вот наш мальчик. Кстати, сегодня какое число? 7? Да. Ему скоро 6 месяцев уже. 10. 6 сегодня? Нет, 7 сегодня. Пацан у нас растет. Большой. Как дела? Нормально. Нормально? Макса не видела? Мне голова болела. Ты заболела тоже, кстати. Завтра я пойду в школу. Почему? Потому что завтра на тест. У нас французский, и все, после офиса я не пойду, все выкрыть. А, она просто не идет в школу. А, типа специально, да, заболела. Ну, ты себя плохо чувствуешь? Сейчас нет. Давай я тебе лекарство дам. Горло сегодня начало болеть. У меня точно так же. Почему руль крутится? Потому что он включен. Я уже испугалась. А в классе когда-нибудь заболел? Нет. Смотрите, крутится сам. Я уже испугалась, думаю, кто там. Никого нет там, а почему он крутится? Будем сейчас обедать. А мы только позавтракали, а уже обед. Почему она так крутит? Потому что, смотри,
Она просто включается. Когда включается, она крутится. Прикольно. Netflix. Почему у тебя здесь Netflix? Я хочу в TikTok. Netflix, TikTok. Какие глаза у него красивые, смотри. Моя бородка. Моя бородка. Кто там пришел, Филя? Кто там пришел? Кто там пришел, Филя? Почему усы ломаются у кошки? Витаминов не хватает или чего? Вот они у него отрастают и ломаются. Макс пришел. Привет. Сейчас Каролина, Маргарита приедут. Все хорошо? Молодец. Привет. Давно не виделись. Маргоша, нужно коробки отправлять. Возвращать. Платье мы уже одно выбрали. И все остальные нужно отправить обратно. Хотя бы не сразу все, но хотя бы по две коробки в день нужно относить на почту. 7 посылок. Хотя бы по 2 коробочки. А, это Ксюшина. Ксюша не знает. Она не заводится, она вот это сигарет. Она не носит эту черную. Она даже не знает, что у нее такая есть. Она тебе не маленькая разве? Как раз короткая, как тебе нравится, да? Угу. Понятно. Ладно. Маргуша в школу побежала. Давай, на автобус, не опоздай. И в моих штанах, кстати, вот это мои штаны. Она забрала у меня штаны. Я уже про них забыла, она их нашла и забрала у меня. Деловая колбаса. Давай. Удачи. Мама, Няга придет уже? А Ксюша у нас не идет в школу, потому что она на физкультуру не ходит. У нее освобождение. Уже нет. Потому что у нее пальчики болят, ногти вырастают. Но уже лучше, да? Уже на одной ноге пальчик прошел. А на второй болит. Ты что-то говоришь? Я говорю, тебе скоро на права можно сдавать? Mm-mm. Нет? А что? Будет хорошо? Нет, вообще. Нет? Это Макс хорошо. Ну да, пока не очень что-то. Я сам делаю. Нет, Ксюша, тебе нельзя пока. Уйди! Я сам! Он Биг Бро сейчас покажет тебе. Нет, ты что делаешь? Маргоша уехала, мы пообедали. Маски. Маски нам еще нужны в транспорте. Так, я сейчас буду убирать на кухне. Все это нужно помыть после обеда. Ты убираешь? Да. Опять? Привет. 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 Порядок наводишь. Так, вот эта кофта грязная, если грязная, в стирку. Да, видишь, стирку. Пятна у нее. Да, я стирку. Вон еще одежда твоя валяется. И вот эта кофта тоже грязная, снимай. Тут вот, видишь, черные. От чернила, что ли? Да. Давай сразу в стирку. Чернила! Давай, переодевайся. Пока ты уберешь посуду мне, я это, полы помою. И Филька, ты тоже мне будешь помогать, да? Смотри. А, Филиппок? Так, сейчас согреется водичка. И буду мыть паром. Паром. Будем паром. Пятна какие-то непонятные. Ну так не видно через камеру. Но прям, если посмотреть так, то там везде пятна грязные. Сейчас хочу попробовать помыть парочистителем вот эту вот стену. Она очень сильно заляпана. Частенько здесь дети сидят и вот руками трогают. Прям вот пятна видно. Не получается тряпочкой отмыть. Попробую сейчас парочистителем. Вот здесь есть такая насадка с тряпочкой. И вот так вот. Посмотрим. We
Ну что, мне кажется, очевидно, да, что стена стала намного чище. Вот это вот, я не знаю, что за пятно, оно никак не отпаривается. Но, смотрите, пятен практически нет. Тут были какие-то потеки желтые, непонятные. В общем, вот эти вот пятнышки, которые вот черные, это нужно забеливать их. Это просто нужно побелить, и все будет нормально. Вот, а так пятен нет. Ну, уже получше, намного лучше, чем было. Было прям вообще все заляпанное. Так что стены можно мыть. Наши стены, я не знаю, как другие стены. Ну что, ребят, сегодня, оказывается, не только будут плохие новости. Вы бы сейчас видели, как я прыгала. И радовалась, что мой Инстаграм разблокировали. Я знала, что это ошибка, потому что никаких правил я не нарушала. Единственное, еще не разблокировали канал Каролины. То есть страничку Каролины и сестрички Лайф. Их странички еще рассматриваются. Я очень рада. У меня настроение поднялось. Прям. Эти все истории у меня в единственном экземпляре. Только здесь. Больше их нигде нет. Поэтому я, конечно, переживала, что больше никогда их не увижу. Многие фотографии тоже. Поэтому я очень рада, очень-очень рада, что у меня все открыли и восстановили. Сестрички Лайф и Каролина пока нужно подождать. Смотрите, что происходит. Мне сейчас написали в Инстаграм. Написала подписчица, и она сказала, что на моем ТикТок нет ни одного видео. На самом деле они там есть. Никто не может. Здесь написано, этот пользователь не опубликовал ни одного видео. Как так? Если я захожу в ТикТок, и мои видео на месте. Видите? Все на месте. Вот поэтому они теперь не могут видеть ТикТок. Маргоша, учитель заболел короной. Он только сегодня не пришел, первый день. А, у него уже... Сколько дней? 3 дня, по-моему. 3 дня? Нам сегодня предстоит поездка в магазин. Пустовато. Вчера расскажи, что случилось. Я пошла мыться. Потом мне попал шампунь в глаза. Потом я хотела вытереть мои глаза. И потом вот так вот дернула рукой, и потом моя сережка упала. Как ты ее нашла вообще? Я выключила водичку. Угу. И вот так рукой, да? Нет, я просто смотрела, и она потом прям лежала возле. Да? И потом просто воткнула? Да. Ты хоть помыла ее? Нет. Мама, я же битая была. И не больно было? Нет. Прям просто засунула и все? В зеркало смотрела? Я просто вот так вот и все. Значит, уже можно снимать, что ли? Нет, оно очень красное. Да? Я сейчас хочу быстренько помыть холодильник. Заляпанный весь. Я постоянно забываю. Поеду за продуктами, потом опять его загружу. И не хочется потом... И не хочется все выкладывать и мыть. Поэтому сейчас я это сделаю, пока он у меня не полный. Холодильник чистенький, теперь можно его заполнять. Все ящики протерла, помыла, полочки блестят, все. А вот эти еще забыла положить для яиц. Сейчас они посохнут, потом положу. Маргарита там что-то поет.
без масла. Suave. Hör, ой, хватит. Тебе надо с мультики озвучивать. Я чуть не описываюсь от смеха. Смешно. Давайте, помогайте мне сумки разбирать. Кушать хочешь? Мы уже приехали. Кушать хотите? Ты только суп покушала, я уезжала. Вот, в магазине ничего не снимала, потому что у нас был только час, даже меньше часа. Минут 40 у нас было, мы быстренько пробежались, купили то, что нам нужно. Пирожок. Я взяла огурчики, Маргарита, таких не было. Я не знаю, может быть, эти тоже вкусные. Раскупили все. Там полупустые витрины были. Уже все опять начинают паниковать и скупать продукты. Клубничная. Тебе же клубничная нравится? Малиновая. Малиновая? Я думала, клубничная. Я стояла и смотрела на клубничное и на малиновое. Думала, так, какое ей нравится. Почему-то я подумала, что тебе нравится клубничное. Всегда новый сезон. Как твой называется этот? Не, имя не надо смотреть на имя, там есть ID какой-то. А, ID. Я потом покажу. Угу. Потом покажет. Куда? Со школы? Каролина, они в самом низу, подожди чуть-чуть. Они далеко, я их там, я не помню в какой сумке. Ты сейчас все мне тут это раскидаешь, рассыпешь, Каролина, не надо. По-моему, здесь где-то. Мне нужно это все убрать. Яйца взяла, целых две упаковки. По сколько штук здесь? 18? Яйца. Вот такие вот яйца и вот такие яйца. Шоколадные яйца. Была сегодня скидка. Мы взяли две упаковки. Я беру вот такие вот овощи, ассорти, чтобы делать зажарку разную. Он не может открыть, что ли? Так, клубника замороженная, целый килограмм. Вот. Это твой ID. Вот Ксюша в Бравл Старс. То надо сюда написать. Вот этот ID. А, ну, смотрите. Меня просили, чтобы я открыла комментарий в Телеграме. У меня получилось. Вот я выставила фотографию Фильки. Всем пожелала спокойной ночи. И посыпались комментарии. Смотрите, 164 комментария. 165 прям сразу же, буквально за 5 минут. Вот, все тут пишут, можем общаться. Вот, отправляют сердечки, всякие тут мордочки. Кто у нас тут сидит? Филя, ты не попутал? Это не твой дом. Выходи давай. Мне посуду мыть надо. Не, он тебе это, нашел домик. Ты смотри, сейчас ляжет еще и спать будет. Филька, давай выходи, мне посуду мыть надо. Посмотри, сколько у меня, застой. Из-за тебя. Филя. Нашел себе домик. Что у вас тут? Может, вы опять будете в одной комнате спать? А? Нет. А чё? Вам тут так весело вдвоем. Это похоже на мою училку из французского. Просто она не такая старая. Она все прямая. Чем-то похоже, да. Только та помоложе твоя. Мама, смотри. Иди сюда. Ты пробовала вот так сделать, у тебя не получилось. Она СВР, что ли, делает? Угу. Помыть. А то они не липнут. Тем более на этой стене. Она... Ой! Упс. Улетела туда. Куда была? Мама! Туда. В угол, посмотри. Иди. Под кровать. Не, вот туда ручку засунь, там паучок сидит. Не надо. У меня уже батарейка садится. Я не хочу. На, забирай своего. На, все, забирай. Ладно, все, ребят, всем пока. У меня батарейка садится. И увидимся завтра. Всем пока.